Телеведущий Сергей Брилев с телекомпании «Россия» подтвердил, что у него есть британское гражданство. Кстати, тут же вылез телеведущий с Первого канала, Познер. У него три гражданства. Российское, французское, американское. Стал глумиться над господином Брилевым. Типа мало. А вообще, я хочу сказать, Лихаим Московский, он совершенно правильно сделал. Из Брилева вообще конченый совершенно пропагандист. Вот сравнить эфир его вести в субботу на телеканале «Россия» и воскресных вестей недели. Я не смотрю телевизор. С Киселевым. У него в 3-4 раза меньше просмотров на Ютубе. И вообще, вот если посмотреть, как Брилев рассказывает о новостях России, тухло как-то, ну неинтересный человек. Зато как доходит до заграницы, особенно в Британии, он там смакует мельчайшие детали. Вот точно, человеку надо отправляться в Британию и вести там на BBC какую-нибудь зажигательную пропагандистскую программу. Тем более, если, не дай бог, госпереворот в стране произойдет, вот Брилев первым переобуется и начнет облизывать новых хозяев. А вы что за не такой веселый? Вы выспались или что? Да. Я прям не привычна. Мороз и солнце, день чудесный. Прям рада. Ты прибухнули с утра? Шел на работу, уточек покормил. Вот, уточки – залог веселья на Никите Викторовича. Так, ладно, все, новости, о которых мы больше не будем рассказывать.